вашей семьи? Девушки. Самый красивый. Девушки. Пожалуйста. Современный самолет, вот 4-5 поколения, именно отличается наличием большого количества электроники, информационных систем. Вот. Все применение оружия, за исключением разве что ракетно-пушечного, ведется с помощью применения этих систем. Есть на самолете радиолокационные станции, есть оптико-электронные станции. Вот, по ним непосредственно производится прицеливание. Поэтому и современный самолет позволяет вести воздушный бой даже в облаках. Поэтому все немножко более серьезно, чем было раньше. Но тем не менее, возможно применение аналога, как бы был там раньше коллиматорный прицел, сейчас у нас есть режим сетка. То есть даже в нем возможно вести прицеливание, возможно вести воздушный бой при отказе всех этих систем.